Всем привет, ребят. Только что по-новому включил камеру, потому что дал только что по мордасам Метлой Глории и Джессики. А все потому, что загуляла Кумбрия, а Ас не работает. Я уже слежу за ними 25 минут, ничего не происходит. И только что за 3 минуты смотался туда-сюда, вот купил вот эту штучку, ребят. Ну, я думаю, вы поняли, что я сейчас буду делать, потому что Ас не справляется. Поехал опять к тому же семинатору, взял две дозы семени. Это дюрок, это тот же дюрок. Это папка Глории и Джессики. То есть тот кабан, которым я покрывал чернушку первый раз. И вот сейчас я чернушку опять семенем этого кнура покрывал. И сейчас буду покрывать скумбрию. Но перед этим нужно сейчас от нее выгнать мазилу. По-другому я его не могу назвать. У меня нервы на самом деле сдали по поводу него. Ко мне... Глядя на него, вот вспоминаю про тушенку, ребят. Ко мне приезжал брат сегодня, и я ему забыл дать тушенки. Я обещал, я в Андреевку не ездил, но я думаю, что завтра или послезавтра мы обязательно съездим в гости, и я обязательно им отнесу, отвезу тушенку. И ему, и сестре. Ну а сейчас этого специалиста в любовных делах я выгоню, потому что он бестолочь. Выходи, придурок, найди. Выходи, ты стой, сейчас будем искусственно. Давай назад, идиотина, давай. Ребят, я извиняюсь за такие выражения, но другие ему не подходят. Что в мозгах у этого увольня, я не знаю. Ты будешь у меня кушать раз в неделю, специалист. Вот так. Этот раз катетер пришел из двух частей. Почему так, я не знаю. Мне не сказали. В общем, сейчас я соединю его воедино. Вот так. Это вот сюда. Вот так. Сейчас, сейчас, подожди. Не лезь к нему, от него толку никакого. Не лезь. Все, все, девка, стой. Ну и сейчас будем осеменять эту красотку искусственно. Уже вечер, их нужно кормить, но обойдутся. Никого не буду кормить. Иду, иду. Он бестолочь. Сейчас я все сделаю сам. Стой, красавица, стой. Стой. Стоим. Помял и у нее уже желания стоять нету. Тихо. Вот это работает, ребят. Когда свинка хорошо в работе, матка сама втягивает семя. То есть никаких движений делать не надо. Матка сама просто берет и затягивает все. Или нужно сделать по флакончике небольшое отверстие,
Или нужно немножко приотсутить флакончик, и потихоньку свинка затянет все сама. Вот так. Стойкая совесть, стой. Вот умничка, вот умничка. Стой, стой. Стой, стой, стой. Отлично, ребят, отлично. Все засасывается. Умничка. Стой, стой, стой. И при том, смотрите, как оперативненько она пришла в охоту. Сколько тут прошло? Ну, максимум 5 дней. Стоим, стоим. Стой, стой, стой. Стой, стой, хорошая, стой. Стой, стой, никуда не иди. Чуть-чуть осталось, стой, 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 стой. Стой. Стой, моя девочка, стой. Стой, 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 стой. Да стой, да что за круги? Чё ты вскочила? Стой. Стоим. Вот намял ей бока, ничего не сделал. Это прям нервы мои не в порядке. Стой. Да не будет тебе кабана. Стой. Это ужас, ребят. Я ее перегнал в большой станок, чтобы было поудобнее. А на самом деле сделал еще хуже. Ну, для себя. Нужно было ее назад вернуть. Ну. Стой, стой. Все. Все, все. Все затянуло. Умница. Стой, стой, стой. Сейчас отсоединю флакончик, закрою катетер, и пусть так проходит. Минутку. Все, стой, девочка, стой. Стой. Сейчас достану, стой. Я их поменял, смотрите, я их поменял с Джессикой загонщиками. Все, пустой. Вот, ничего не осталось. Поменял с Джессикой загонщиками, чтобы Асу было удобнее. Но ему вообще все равно. Удобно ему, неудобно, он ничего не делает. Он не работает. Все, давай достану. Все, успокаивайся. Успокаивайся. Давай, на меня не прыгай. Давай достану вот это. Стой. 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 Во. Все. Все. Нет, подожди, сейчас поменяешься. Сейчас. Все, все хорошо. Все. Сейчас пойдешь обратно. Давай, сейчас тебя отпущу. Давай. Пошли, хорошая. Ну, вот так, ребят. Второй флакончик волью ей завтра с утра, часов 8:30. Сейчас тоже примерно около 8, я не знаю. Сейчас всех покормлю, и на этом все. Но сейчас все, все. Сейчас я ее отгоню от него, потому что у нее загончик забитый, чтобы она к нему не пыталась влезть, потому что я 100% уверен, что она будет прыгать к нему, а он бестолковый. Заходи, заходи, девчуль, иди на свое место, иди, красавица, иди, давай на свое место, иди, давай, уже завтра сделаем вторую дозу, во, давай, а ты уходи, вот так, я их с Джесс поменял местами. Здесь она точно не перелезет. Вот, хорошо, что я эти доски не открутил, оставил. Вот так. Джесс, давай обратно. Давай, к себе, к себе. Ой, ну нет. Ну нет, Джесс. Давай на место. Давай. Давай, давай. Давай на место. Все, иди. Вот так. Что ты шатаешься, как пьяная? Ас,
Поспешили мы с кличкой для тебя, да? Нет. Не работает, ребят. Ас, он бестолочь. Бестолочь. И сидит на диете, ничего не ест. И все равно никакого от него толку нету. Теперь, вот еще раз повторю. Теперь я переживаю... О боже! О ужас! Переживаю за то, чем же мне крыть вот этих двух рыжую и черную бестию. У себя на хозяйстве у меня нечем ее крыть. Вот такие вот дела, ребят. Конечно, сейчас нужно уже созваниваться с Серегой. Тут осталась неделя, чуть больше, до того момента, как они загуляют. И нужно с этим что-то делать. Потому что семя от того дюрка я не могу взять, потому что это их папка. А по месту у него, а здесь мне негде взять семени другого. Так что вот так. Да, красотуля? Ох, я бармот перемесил. Здесь всю солому, всю подстилку этой девчули. И справился. Чё ты ругаешься? Чё ты? Это вообще ничего не поела. Что случилось? Что случилось? Вот это то, что насыпала с утра, ничего не съела. Если у этих все вылизано, вот пусто, чистота. Ну, к этому и заглядывать не надо. Он на суппайке. У этой все вылизано, вот ничего нету. Все, все, сейчас буду кормить, сейчас буду кормить, сейчас, сейчас. Можешь их соединить назад, ребят, чё они орут? Чё вы орёте, скучаете друг по другу, да? Красавица. Ты овчарочка, да? Овчарочка, да? Загуляла, да? Загуляла, красавица. Вот так. Сейчас я тебе покормлю, сейчас я тебе дам. Ну, вот так. Поросятки отдыхают. Все вместе, и вьетнамцы, и обычные. Сейчас у них почищу. Из-за того, что их 12 штук, они прям быстро все загаживают. Сейчас надо у них прям и утром, и вечером убирать. Так что вот так. Ну, вот такие вот дела, ребят. Специально только что перед съемкой выкрутил вот эту светящуюся лампу, потому что, чтобы было светлее. Ну, как-то так. Все, держим за скумбрию кулачки. А с Асом прощаемся, ребята. Я не знаю, что с ним делать. 9 месяцев. Я его привез в августе. 20-го ему было 4,5. С августа 20 числа уже прошло 4,5 месяца. Ему 9 месяцев. 9 месяцев он уже, кем бы он ни был, он уже должен работать, а он не работает. Ох, ох! Чё они все орут? Чё они все орут? Карбюратор. А я тебя, на тебя наезжал, а ты был такой красавчик. Припадочный, ну красавчик, да? Все. Невозможно с этими истеричками разговаривать. Я точно вот сейчас уже начинаю понимать, что вот эта черная с рыжей, они просто скучают друг за другом. Мне кажется, что так. Вот такие дела. Все, ребят. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Thank you.